это 11 микрорайон. Сбоку у нас Алатау было. Мы поворачиваем направо. Улица Арымбай Акына, или как она называлась, улица Карла Либкнехта. Ходит один единственный автобус 84-й. Это вот дорога, сейчас прямо мы упираемся в стекляшку. Тут сейчас Сапарбаева пересекает улицу. Здесь так же, как и многие улицы, эта улица состоит из нескольких частей, как это обычно принято в Чимкенте. Один кусочек там, другой там. И вот мы сейчас доезжаем до стекляшки, и эта улица заканчивается. Это Тарикулова, Некрасова улица сейчас. Здесь стекляшка, магазин. И теперь нам надо по Тарикулова спуститься вниз, потом направо по Беловодской, Аксу, до Толстого нужно доехать, чтобы потом опять выехать на эту улицу Арымбаева, Карла Либкнехта. Это вот так же мы сейчас едем на Аксу. Направо надо теперь. Где-то один квартал поднимемся и налево. Сегодня суббота, 31 октября. Еще пока у нас солнечное тепло. Заворачиваем на эту улицу Арымбай Акына, Карла Либкнехта. Еще один кусочек ее. Но дальше здесь перекрыто, только пешеходный. Как хочешь, так и попадай дальше на продолжение. Попробуем объехать. Вот так у нас запутано все в Чимкенте. Теперь нам приходится по Ганиляева ехать. И куда мы дальше попадем, не знаю. Как-то надо объехать тут мостик. Налево. А это что, Бекет Батыров? Это Бекет Батыров улица. Теперь надо как-то попасть опять на Арымбай Акына. Угу, вот она пересекает. Мы туда, наверное, не будем заезжать, да? Маленький кусочек ее совсем. Уже сразу направо тогда.
Вот сюда направо сразу же. Да, мы тут стоим, мы попали. Вот такие ребусы. Должна у нас упереться в туркестанскую. Так, приехали опять в тупик.